Ну, всем привет, всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала. Всем привет. Здесь со мной ютубер, тоже мой друг. Если что, ссылочки не будет в описании. Не будет. Да, ну, ребят, я вам скажу сразу, у меня скоро я меняю ник. У меня ник скоро будет с канала Неон Леон. Так, ну, вот. Мы сегодня будем выживать с моим другом. Ну да, выживалка. Одну ночь я, другую ночь Никитос. Так буду называть. Барбос. А ты лев у нас. Ну да, как хотите. У меня там на канале интереснейшие видосы, я пытаюсь пилить. Да, я... Про Майнкрафт я только одну серию. Только у меня там... Подписывайтесь на мой канал, на его канал, короче. Ну, на моем канале, учтите, мой канал начинающий, и видосы я редко теперь записываю, только из-за того, что у меня, типа, как это сказать, времени не хватает в последнее время. Да, видосы. Мне тоже. Извините, что мы только сейчас начали снимать, спустя это первое Никитина совместное видео, да. Если что. Угу. Шахты здесь, я не пойду. Там скелет. Так, ребят. О, арбуз, отлично. Ну, ну давайте начнем выживалочку. Да. Ну давай, начинай там. Откуда у меня карта? Ладно, что там по карте? Карта медленно прогружается, ну ладно, никакого смысла, чел. Да. Давай, ломай дерево. Ломай какое-нибудь дерево. Сейчас. О, тростник. Тропическое. Ладно, я возьму. Ну или хотя бы дом из земли начало делать. Давай. Делай какую-нибудь землянку себе. Не, я себе сразу сделаю деревянный дом. Я всегда так делаю в своих видосах. Ну окей. Ну, а то я просто про Майнкрафт там не снимал пока что еще. Кстати, у меня скоро на канале выйдет видос там, где буду очень долго снимать Майнкрафт. Целый стрим. Ребят, я еще редко пилю видосы. Из-за чего? Только из-за того, что у меня проблема там кое-какие с телефоном, гнездо испортилось. Угу. Ну и вот. Никита пока повыживает, я быстро поставлю свой телефон на зарядку. Угу. Челики, слушайте Никитоса. Да. Мы будем выживать. Нормуляс так. До самого вот это. Две ночи. Короче, я одну ночь, и он один ночь. Подписывайтесь на наши каналы. Будет реально круто. Мы лучшие друзья. Вы тоже у нас самые лучшие. Кто поставит лайк, тот крутой пацан. Все и тот найдет кейс под подушечкой. Да. Но это вроде обычный. Ну, вы скажете... Ну, посмотри. Эй, чуваки, что это за фигня? Нет, в этот... Только это не всегда сбывается с... Да, посмотри. С чуваками. Поставьте которые... лайки, напишите в комментариях кое-что. Ну, что захотите. И может, у кого-то из вас получится... Под мечом... Под подушкой появится... Этот кейсик. Потому что... Ух ты, смотрите. Бабучара. Ловай его. Нифига себе, прикольная находочка. Угу. У меня, кстати, скоро будет стрим. Будет проходить. Скоро. Угу. Еще, может быть, сегодня, если будет время, мы запилим видосик по Murder Mystery, да? Да. Или про вот это. Про игрушку одну. Про какую? Про любую игрульку, да? На рандом. На рандом. Будем снимать очень круто. Здесь сейчас ночь наступит. Еще недавно у меня появилась на канале новая рубрика, ребят. Если что. Как я снимаю игру, типа, Crash... Вот здесь поставь дом. Не надо. Я поставлю где-то в другом месте. Ну вот, типа, Crash Bandicoot. Ну... Так, давай посмотрим по карте. Лучше установить пустыню. Так, какие пустыни еще... Будем так продвигаться. Окей, продвигайся. О, овечка. Овца. Овца, овца, да. Овца. Овца. Овца, овца, овца.
Давай, давай, давай. Зашиби. Все, мне надо еще. Что-то еще. У нас такие волнуемся мы, а то наших там что-то долго нет. Прошло 2 часа, уже третий. Третий начался. Ну ничего, мы за. Ну окей, мы, если будет время. Еще... поселюсь здесь, рядом с речкой. Я всегда очень люблю рядом с речкой, потому что можно ловить рыбу вон, уже хапчик. Вон. Да, я вон. Знаю. Вон, хапчик вон. Всегда будет нормальный. О, чел, подожди, подожди. Ой, все же сделай из досок. Я тебе предлагаю сэкономить доски. Знаешь как? Сделай себе какую-нибудь земляную стену там, например. Да не, я сразу из дерева сделаю. Я не нуб какой-то. Я крутой. Ну, чел, ну ты тогда потратишь ценные ресурсы. Да не, ну рублю здесь. О, хочу. Сделай на речке прям дом. На речке? Ты когда-нибудь так делал? Не. Ладно, постараюсь. Вот здесь. Ну ладно, вот не глубоко. Просто жесть. Давай, ломайся, досочка. Она долго подломается, ребят. Что, если вы что-то лишнее? Не коцай. Все. Коцай. Я жестко покоцал. И выпало еще к тому же. Да, не. Чел, давай я поставлю все. Я знаю, как делать все. 37. Я туда уже одну поставил досочку. И я. Ну вот так. Ну да, здесь будешь. Ну окей, давай не гигантский там дом. Да я делаю милипизерный. Милипизерный. Нужно, чтобы хватило. Если будет, там возможно сделать второй этаж. Так, давай начнем строить стену. Сейчас я расширюсь. Ну хватит. Куда ты еще тебе больше, а? Да ну нормально. Не всегда так. Всегда делайте. Ладно, учти, сейчас наступит ночь. Пройдет твоя ночь, будет моя очередка. Если, конечно, я не сольюсь. Да 100% ты сольешься. Нет, просто с таким домом-то. Да еще у тебя ресурсов не хватит, и придется лишнее добывать. Сейчас все. Я пока дадим. Вот, хватит. Вот здесь этот угол дострой, и все, да. Хватит. Все. Дальше уже стенки начинай хотя бы. Угу. Или верстак. Да, верстак надо скрафтить. Скрафти верстак, двери. А с досками уже легче. Мне только 13 осталось, поэтому я делаю вот так вот. По изи. По фасту, так быстро. Это вот самый вот плохой дом, ребят. Да. Если вы так тоже думаете, пишите в коммент. Да. Ну я просто... Я целых... Просто 2 месяца не играл в Майнкрафт, и все. А я почти каждый день. Кстати, ребят, у меня еще на канале будет новая рубрика ACP. Так, заходите по его каналу. У меня Если что, я вам имя не скажу. Я скоро поменяю. Сразу говорю на имя. Не он, Леон. Просто по-английски пишите. Угу. Или по-русски. Там я играл и Brawl Stars уже. Так все, я поиграл. Я там еще это ACP. Там у меня там еще там в городе. В это выживание в городе у меня не получится, которое я вам обещал. Не выйдет у меня. Окей. Никит, поздравляю. Ты потерял свой дом. Поздравляю, я не потерял его. Иди к своему дому. Я иду к реке, значит, я иду на свой дом. Только уже ночь наступает, как бы. Вот я же тебе говорил, нужно. Пошел ты. Да не, он пока не нападает. Поздравляю. Вы видели? Так, что-то наших долго нет. Да, мы сейчас. Чего они там делают, интересно? Угу. А вот мы тут. Сейчас быстро скрафчу, быстро. Мне надо доски уже. Ну, 32. Сделаю окружение и дверь. Все. Кстати, ты знал, что появилось обновление в Майнкрафте? Ужасное. Какое? Что могут ломать двери зомби. Да. Деревянную. И поэтому я сейчас просто себя окружу вот так вот. Хорошо, что они доски не умеют ломать. Да. Но создатели Майнкрафта, они вообще что ли? Что вот есть чуваки,
которым очень сложно так играть с этим. Ну поставь верстак хотя бы. Уже скоро начнется моя сменка. Скоро начнется моя сменка. Мы сейчас просто сделаем по, чтобы было по быстрее, мы поставим на паузу, а вы пока там готовитесь взять чаечек, печеньки, какой-нибудь хавчик, типа, как говорит Пози, берите пенечек, печеньки, пенечек, крипер. Какой пенечек? Что за бред? Там крипер. Я сюда. Хорошо, ну, хотя бы закрой. Где? Подожди, окей, чё? Хорошо, что зомби не умеют прыгать, вроде бы. Они не умеют прыгать. Если они будут уметь прыгать, еще двойной прыжок делать, как мы. Это вообще была жесть, да? Да, это полный капец. Никит, ты когда-нибудь пилил стримы? Нет. Никит, лучше запили стримик какой-нибудь. Не знаю. Ладно, мы поставим на паузу, так передохнем. Вы тоже берите чаёчек, все такое. Ну, готовьтесь, короче. Да. Чао. Давай. Всем здорово, ребятки. Ночь наконец-то прошла. Да. И можно начать выживание. Да. Да. Придется отламывать доски. Ну да, потом... Ну как-то же надо было раз... Ой. Да ничего. Окей, в какой стране? В другой. Вот здесь, кажется. Да. Хотя нет, ты, походу, верстаком закрыл. Нет. Не закрыл. Ладно, ничего, дальше. Выход. Окей, я сделаю нам крышу из земли, сэкономлю время. Ну, ладно. Не буду там 2 часа возиться. Страдать фигней. Там крипер. Братаны, мы пока кое-кто отлучился от нас. Ну ничего, мы сами все заделаем. Крипер, ты не взорвешься, я тебя убью. Ты меня вообще не убил. Отлично. У нас пока здесь лука. Так, мы сейчас будем вот земельку. Я пришел. Отлично, сейчас лёг. Чувачки, я вернулся, там у нас события. Так, окей. Как у нас сейчас будет здесь народ, если... Да, у нас, походу, народ будет, но окей. Ничего, нам мешать не будем. Я сейчас добуду деревце. Лёва. Чего, Кисюш? Нельзя оставить лягушку, да? Ну да, лягушечку не надо оставлять. А погибнет. Не погибнет, Кисюша, другие проблемы будут. Да. Нет, Бог. Здравствуйте всем. Привет, так. Мы. Это единственное. Дверку запилим. Это только будет 2 видоса со мной. Да. Не с кем-то там. А именно со мной. Можно в следующий раз. Именно со мной, ютубером. Мы можем, кстати, ради вас, ребят, если вы наберете много лайков. Да. Вот просто войдем и будем вместе снимать Роблокс. Хотите? Да. Если вы хотите, пишите вот прям в коммент. Говорите. Хэштег Роблокс? Не, вы вот просто вот пишите. Я хочу, чтобы вы снимали вместе в Роблоксе. И все. Ваше желание будет исполнено. Или в Майнкрафте вместе. С отдельного, не с одного там. Угу. А с отдельных.
Так, вот. Строю тебе ловушки. Кстати, Никитка мне подготовил уже ловушечку. Да, будем снимать. Смотри, на наш дом можно запаркурить. Готов паркурить? Да. Паркур. Да даже паркурить не пришлось. Это плюс, что зомби не мог ломать земельку. И в воде нельзя взрываться. А то бы сейчас я нападал на крипера, вы ее видели просто. И он взорвался. Кстати, давайте крипера нападем. Не взорвемся. Меч, кстати, сделать? Да не, в воде безопасно. Сложно сражаться, особенно в воде. О, кремень выпал. Кремень. Это очень хорошо. Еще мне немного. Если бы камень выпал, тогда бы было изи. Забери шерсть. Нам всегда нужна шерсть. Ну, для кроватки, да, ребят? Да, пацаны. Да, челики. Челики. Вот. Вот кремень я пока что беру сюда. Если хотите видеть нас с отдельными скинами, с отдельным всем, что да, тогда вот... вместе в Майнкрафте или в Роблоксе в какую-нибудь играть. Ну, в любой игрулике. Угу. Еще Никита, вот, если его... Я приму его предложение, что, типа... Друга. И тогда все окей будет. Понимаете? Что на карте, давай посмотрим. Что на карте, да. Вообще. Карта 1. Надеюсь, что мы не в полностью в джунглях. Просто мы заходили на тот сервер общий. Здесь 5 игроков. Ну да, здесь 5 игроков играет всего лишь. Попробуем их найти, но если не найдем... Ну, я думаю, что... Этот просто сервер очень... У чуваков хаты классные, а то... Да, я смотрел, у них там... Ну, мы там начинающие только. Да, у них там даже летающие дома мы. Мы, кстати, давай запилим нашу фотку. Окей? Ну, не фотку, а это... Напишем, что это наша, типа, земля. Угу. Наша земля, типа... Гриферить нельзя. Ой, похабай. Арбузика. На 7 арбузика это нормально. Отлично. Не, я знаешь, как делаю? Когда я вот вообще доголодал, где единичка, тогда я просто жираю и все. Тогда арбуз. Кто бьет? Ты че, а? Пауки. Я его убил одним ударом бамбука. Нормально? Не, нормально. Рукой бы я его 3 раза убил, а? И крипера также. Похоже, бамбук это новый меч. Все. Все, буду выращивать бамбук. Больше дерева. Иди. Ну, давайте продолжим. Иди вообще, пап. У нас здесь пришел мой брат. И моя сестра. Да. Так, ну чё, чё? А мы будем спасибо. Все шутим. Но тебе будешь иди, спасибо. Иди запили арбузика. Кстати, может быть, сделать прям шахту в доме удобно будет, да? Да, я так делал. Удобно. Маленький, удобненький дом. Ой. Блоки. Вообще надо было... Ну, сначала-то... Жаль, что... У меня еще овец мало. Надо убить овец. Как овца. Овца. Ребят, вот шахта в доме, это дорогое удовольствие, если что, так. Мы сейчас пытаемся быть как какие-то профессионалы. Ну, не надо быть профессионалами. Ну да. Вон те чуваки тоже, наверное, начинали с нубов таких. Да, я смотрел, они вообще такие. Были? Да, были. Но они реально по фасу находили, они с железной киркой находили целые алмазы. Ну, это читерство. У них, наверное... У них донаты. Что? Мы здесь не донатили за деньги, чтобы себе взять. Нужно хотя бы уголь найти. Уголь. Копаюсь хотя бы.
Да, камешка. А, мы же деревянную кирку не сделали. Да чё, для чего ты думаешь, я блоки взяла? Просто так, а, да? А, ты типа лестницу делаешь. Ну и? И? Ладно, нужно будет здесь... А может, это будет погреб? Полушахта, погреб? Ну да, можно. И кирку делать? Палочку. Сундук. Дощечка. Блоков не хватает. Ну ладно. О, ночь наступает. Сейчас будет моя очередь. Ну, еще день не наступил пока что. Окей, ребят. Подождите. Так. Ну, возьми блочка. Ну, сюда пойти. Вот так вот, ну вот, например. На кирочку не хватает немножко, конечно. Вот где-то вот здесь, типа, такая платформа обширная. Ну окей. Ребят, обширная платформа будет вот здесь. Прям такая здоровая шахта. Блок наверху. Так, окей. Окей, ребят. Еще Никитина очередь пока что не пришла. Так. Давайте я рискану. Пойду ночью на добывать деревце. Окей, ребят. Так, на меня ни один моб не напал. Эй, стоп, уже ночь. Не, еще день не наступил уже. А, ну давайте мы сейчас... Когда там восход начнется. Ну окей, подожди, Никит. У меня тут... Я доделаю дела. Все понятно же. Не, мне нужны блоки. Ну, отлично, все. Кирка. Кирка, да и все. Сейчас еще вот... Сундук. Изрежу я его крафтил. Вот табличку, что это типа наша собственность. Да, чтобы игроки другие не гриферили, а тут... Потому что вы знаете, да, грифер. Какие гриферы в наше время. Типа ты не повесишь табличку, все, они загриферили. Да, не повесишь. Я даже один раз повесил, они меня загриферили. Хорошо, что у меня был... С собой два еще игрока. Тихо. Мы их быстро. Тихо. Налажили. Водичка, водичка. Мне много неудобно делать в доме под водой шахту. Ну вот. Сюда я сложу кирочку. Так, сейчас подпишем наш домик. Наша собственность, типа. Угу. Наша собственность. Ночью, конечно, опасно выходить, но... Ничего. Как подпишем? Ну, типа, ютубер. Ютуб. Давай по-английски, да. Ютубер. По-английски. Заходите на наш сервер. Да, заходите. С нами. Сервер мы не знаем, как он называется. Вроде бы там... Напишем даже по-русски. Ютубер.
Ютубера пусть будет. Типа, мы же ютуберы, да? Да. Да. Типа, сейчас такие вломятся к нам, захотят попасть в видосик и все такое. И все будет изи. Ну ладно, все. Ну окей, я сейчас расширю сундук лучше. На детку. Знаешь, ради Лёва. Знаешь, почему можем я лучше расширю? С видео папа. С которого папа? А вы что, реально слушали песни ФНАФ? Зачем? Так, ну давайте, окей, ребят. Сейчас я найду это. Где? Кейс. Кейс нужно скрафтить еще. Ну, короче, ничего. Да, сундука что-то. Я вам скажу, что самое главное, это сундук. Сундук, верстак. О, все. Домик и все. Все, если вот так вот сложим. Все сложим. И здесь, наверное, будем дочевать даже, чтобы когда нас... Карту тоже лучше уберем. А то мало ли. Да, да, все, мы все. Табличку. Хавчик можно оставить. Двери тоже. Так, это вот для расширения шахту. Ну вот, все. Все, скоро также утро наступило. Давайте посмотрим. Если наступило, тогда отлично. Не, ночь. Ну ладно, мы подождем, пока вы... Ну, отдохните после видосика и все такое. Ну, мы все. Ну и привет, мы... Наконец-то наступило утро, ребят. Да. Наконец-то. Наконец-то. Чуваки, вот я скрафтил, помните, большой сундук, кейс. Да. Это сейчас... У вас не будет видна пауза, но мы ее ставили. Да, я сейчас займусь. Поиском арбузов, я так понял. Да. Еще найди овец. Ну или нет. Давай ты сначала лучше сделай меч. А, не. Андрей. Ну ладно, ну ничего. Андрей, пожалуйста. Ну, да нет, ну пусть будет. Смотрите, вот здесь вот самое... Я хотел здесь, потому что здесь типа уже стены готовы, только... Давай ты сделаем, типа, по... Сделаем. Кстати, тут можно сделать тайный убежище какой-нибудь. Да. Окей, он доделает сейчас. Сделаю себе здесь верстачок. Меч. Меч, да. Полковник. Иди, забирай. Забирай. Ну здесь вот... Хватит тебе блоков. Так, ютуберы. Наша задача... Если мы вырубим все деревни... Еще. Андрей, пожалуйста, здесь... Да нет, да ничего. Вот эти вот все звуки... Сейчас. Меч. Потом сделаем камень, не обижайтесь, что мы такие. Мы для... Ну, ничего. А там Никита, он весь день будет искать. Да, арбузики буду, может, бобов буду делать. Ну, потом... Ну, потом он там, когда ему покажется достаточно, или я ему скажу, тогда он... Никитос пойдет домой и займется добыванием камня, да? Угу. Что-то поблизости нормальных нету. Ладно, мы здесь единственные, чего. Игроки далеко, они где-то в другой местности вообще. Да, я думаю, они где-то в пустыньке. Да. Тут же это полутропики, полупустыньки, да? Вы же это знаете? Да. Ну, даже по виду догадаюсь. Но тут много тропиков. И арбуз. А пустыни мы еще не находили. Ну, что-то арбузов не видать. О, сделай семена арбузов, я понял. Вырасти арбузы. Да, я понял, надо мотыгу. Да мотыга это быстро. У нас там палочек быстро этого хватает. Все. Около воды живем. Угу. То, что нам это... Рыбку легко... будем ловить. Главное, паутинку найти. Ну, окей. Не в кнопку. Может быть, лучше так вот зайдешь. Ну, посмотри. Я еще так вот. Палочка. Вот так вот. Мотыга. Одну сделай. Все, сейчас вырастим поблизко. Подожди, ты же еще семена не переделал. Да не надо. А то воды. Смотри, у меня есть там
У меня там есть лишние земельки, идем. У меня в доме там есть лишние земельки. Вот здесь? Да, вот здесь вот. У нас даже семян получится больше. Так что... Вот пять. Вот, ну давай, еще по грядкам нельзя ходить. Ну пусть они пока промочатся. Не обязательно верстаком пользоваться. Ну дальше. Никита, ты часто заходи, вкачивай. Так вот, природа. Прямо заново арбуза. И арбузика. А это что за семена? Это какао-бобы эти вот с деревьев, ну окей. А зачем окей. они? Не знаю, я-то сам не знаю, через них вроде, я не знаю, что там делать. А вы знали, что можно с помощью мотыги в залу дверь железную? И вот, все. Арбузов больше получится? Ну, вырастут. Только это очень медленный процесс. Ну, ладно. Давай лучше окружим еще клуб. Смотри, как это делается. Вот тут ломаем земельку. Так вот прям окружаем. Чтоб водичка прям текла. Да, чтобы вот так вот. Прям вот так вот. Выпрыгнуть. Так, оп. Вот эта вот нам не нужна, да? Да. Три будет нам нормально так вот. Все такое. Нормаляс будет, чтобы было вообще побольше воды. А как арбузы-то растут? Прямо на семена? Убери земельку. А, ну ты специально поставил. Когда будет больше, если да? Еще можно достать песка. Никитос, походу, устал немного. Ну да я. Ну ты добудь немного песка, вырасти. А, не, на земельке. Рыба. Я бы поймал. Вон, на грядке поищи еще арбузиков, пока эти растут, чтобы еще добавить, окей? Угу. Я сейчас... Ищи арбузы. Или, у нас еще нет кровати, сразу говорю. Я лучше вообще покопаюсь в шахте. Надо, во-первых, начать. В шахте? Может быть, дверь за собой закроешь? Надо, во-первых, добыть за собой уголь. Да. Там кирка. Кирка в сундуке. Вот сюда вот. Если что, можете заходить в наш дом, не стесняться, улучшать, да? Да, если будете к нам заходить. Не-не-не. В бок, сюда. Не, я лучше сюда. Я всегда так делаю. Лопата там. Никитос, может быть, как-нибудь по-другому? А зачем? Уголь хочу. А вообще лучше сделать каменную. Да ладно, подожди, пусть хотя бы это истратится. Да не, я всегда так делаю. Ладно, давай. Я только вниз буду копаться, друг до алмазов докопаемся. Хотя алмазы растут только. Какие растут? О, шахта, повезло. Давай, нам нужно снарядиться. Угу. Окей, ребят. Дождь пошел. Кто здесь проломал? Ты. Я? Ну давай, закрой, может быть, дырку, а? Да, давай. Дождь не пошел. С улицы, а? Может быть, не с улицы? Ничего. Ну чё, что дождь? Ничего, да. Может, про какие-нибудь там. Можно, кстати, к нам на дом легко залезть. Знаете, для чего? Где шахта-то? Где дырка-то? Нам сильно повезло. Это, похоже, крипер делал. Или мы сами. О, нет, чел. Лучше не, оставь. Идем обратно. Убери тот кусок земли. Я знаю, как все исправить, смотри. Я сам в свою же ловушку попал. Я специально, чтобы сюда зомби попадались. Смотри, сломай этот кусок земли. Я сейчас быстро все налажу. Смотри. Секундное дело. Вот, видите? Дырка та самая. Всё. Ты так же сделал. Нет, а я задел снизу, чтобы вода текла. Ну ты просто смыч. Я сейчас встречу. Нападай на него с меча. Я боюсь подстрелить.
Чел, я профессионал в ловле криперов. Пошел ты. Возрасту. Эх ты. И мы появились непонятно где. Ладно, мы сейчас поищем свой... А, ну вот речка. У нас пол хп, понял, пацан? Ну окей, чуваки. Всем привет, ребята. Мы продолжили, потому да. что... Вот мы скоро что... закончим, потому что видео слишком долго. Да не, можем еще дольше, да? Ну вот 40 будет и все. Да не, давай еще дольше. Пусть там хотя бы целый час. Не, час, это уже много. Ну, давай где-нибудь в шахте поставим. О, отлично. У нас тогда зомби видят. Они могут нам проломать дверь? Чел, я тебе предлагаю лучше в шахте. А, да, понял. Там безопаснее. Вон. Нет. Здесь. Здесь вот? Да, вот здесь. Ну тогда, когда мы будем просыпаться, мы сразу будем на улице. Я предлагаю в шахте. В шахте? Тогда нужно отбить какой-нибудь кусок себе. А, нет, чел. Можем расширить шахту, окей? О, давай. Ой, ты же потерял ресурсы, я же вспомнил. Да. Собери. Все, твою кирку и твоей киркой расширить там территорию. Нет, нужно было с криперами меня позвать. Вот еще у тебя блок. Нужно было меня на борьбу с криперами, потому что я умею, чел. О, где-то уже здесь дырка есть. И почему я не могу подняться, непонятно. Все. Не, ну расширь кирочку. Ну окей, кирочка в инвентаре, наверное. Надеюсь. Стоп, нет. Ладно, скрафтим новую. Окей. Вот самое обидное, что вот на мотыге... Ну ладно, мы сейчас закончим видео, потому что... И начнем записывать новое. Ну, завтра. Не, давай сегодня еще продолжим. Ну ладно, всем адьос, чао. Не надо, нет.